фигня какая-то. Но у меня по-другому как-то был закреплен. Чё-то я нифига не понимаю. Единичка для ровного отсчета. Сейчас попробуем его прокрутить. Что предполагает сие конструкция, которую я соорудил? Мало того, первый раз в жизни я таким занимаюсь. Но тем не менее, бывает. Протачивать я ее буду по месту. Для этого установил вот такое навесное оборудование. Уголок 50-ка, каретка на него, отверстие. Все это дело прикрутил, установил, выставил максимально по нолям. Вот, и следующий этап — это проточить конусную часть 35 миллиметров и сделать из нее цилиндрическую диаметром 17 и под резьбу 16 миллиметров. Так, зажимаем очки обязательно, потому что скоро здесь около 3000 оборотов, и стружка летит хорошо, к тому же она еще и горит. Ну что же сделать, скорость-то большая. Конус был выточен не совсем корректно, потому что полоса проточки, даже, скажем так, линия проточки, вот она, где идет. Вот, вот, потом уходит обратно вот сюда, сюда и вот сюда. Соответственно, из-за чего у нас и возникали все биения на крепежной втулке, на вот этой шайбе под пильный распиловочный диск. Я сейчас сделаю несколько проходов. Предварительно буду замерять диаметр. Сделать 17 миллиметров. Вот уже в принципе 17 и 2. То есть мне еще 2 десятки надо снять. Надо снять. И у нас уже в принципе здесь готовая поверхность под насадку шайб